касается азербайджанцев. Почему лично я и грузины уважают азербайджанцев? Я скажу. Во-первых, у азербайджанцев нету в крови подлости. За всю историю азербайджанскую отношения к Грузии никогда не было проявления подлости со стороны азербайджанцев в сторону грузин. Несмотря на то, что азербайджанцы мусульмане-шииты, а грузины христиано-православные. Во-вторых, исторически, когда Ирекле II вел неравный бой возле Тбилиси в Кусанийской битве, где он 5000-й армии старался защитить Кахетию Картли, то 200 азербайджанцев из Тбилиси вышли к нему, поклялись и погибли. 200 азербайджанцев, в то время, когда тбилисские армяне открыли двери Ага Махмадхану. Когда Армения напал в 1918 году на Грузию вероломно, и когда я, как вам уже сказал, что местные армяне переходили на стороне армян, то 1200 борчаловских азербайджанцев, 1200 сабель пришли на помощь грузинам, местные азербайджанцы. И помогли генералу Мазмиашвили прогнаться армян и гнали до Еревана. А после эти же азербайджанцы пошли вместе с Мазмиашвили к Унитазе и освобождали Аджарию от турков. Вот почему, уважаю. И в-третьих, когда была 2008 война, азербайджанская сторона открыла границу беженцам Грузии и на автобусах азербайджанских и маршрутках завозили беженцев в Азербайджан. В то время, когда Армения закрыла границу грузинским беженцам. И при этом 60 бакинских добровольцев азербайджанцев перешли на сторону Грузии и просили у правительства дать им оружие, чтобы они воевали бы на стороне грузин. Но наше правительство просто отказало им. Вот за что я уважаю азербайджанцев. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.